Молодежный исторический квест «Битва за Кавказ» прошел в Махачкале в стенах исторического парка «Россия. Моя история». Участников ожидали различные станции. Команды выполняли задания на ловкость, знания истории и задачи на владение начальной военной подготовкой. Я очень рад вообще присутствовать на данном мероприятии, посвященном «Битве за Кавказ». Также здесь находится очень много станций, на которых можно показать свои результаты, сразиться со своими ровесниками и, в принципе, подружиться с многими участниками из них. По словам организаторов, формат квеста очень нравится молодежи. Он позволяет в интересной форме рассказать об истории страны. Отмечу, что в честь 80-летия битвы за Кавказ Министерством молодежи с июля по октябрь запланирован большой комплекс мероприятий. Квесты этой встречи, молодежные патриотические мероприятия, большая историческая реконструкция, фестиваль реконструкции у нас запланирован. Поэтому вот эту работу мы проводим, чтобы наша молодежь не забывала нашу историю, чтобы мы вместе с нашей молодежью сохраняли нашу историческую правду.